Пара. Рассказ. Автор Юлия Дмух. Они были прекрасной парой, поверьте мне. Люди, глядя на них, понимали без слов, что эти двое созданы друг для друга. Не похожие, как птица киви и одноименный фрукт, все же они были вместе. У кого-то они вызывали улыбку своей экстравагантностью и яркостью. Другие называли их крейзи, но это не мешало им быть парой. Волноваться по поводу чужого мнения и оценок было не в их правилах. Они просто были. Они даже шагали в ногу. А как всем известно, синхронность – важный критерий парности. Им нравилось отправляться с рюкзаком в горы, играть в бадминтон воскресным утром и, конечно же, танцевать на паркете по пятницам. Иногда они лежали рядом, прижавшись друг к другу или свернувшись калачиком, и наслаждались тишиной. С ними было весело и очень уютно. Могут ведь некоторые дарить радость и уют просто так. Порой они забирались под одеяло зимними ночами, грели друг друга и меня заодно. Кстати, уже пятый час не могу найти, куда подевался один из пары. Ах, вот он где спрятался. Люблю вас, мои носочки. И знаете что? По-моему, мне тоже нужна пара.